Экология России в наших руках. Так называется акция по раздельному сбору вторсырья, которая прошла в окружной столице накануне. Организатором ее выступил фонд экоразвития Ненецкого округа при поддержке администрации округа. Все подробности в нашем следующем сюжете. О том, что мусор негативно влияет на нашу экологию, знает каждый, но далеко не все подходят к его сбору рационально, а ведь это самое настоящее вторсырье, которое можно отправить на переработку. Из этого же сырья можно изготовить новую продукцию, ту же самую. Даже вот, допустим, взять PET-бутылки, то же самое можно изготовить. Можно сделать флисовую одежду. Вот. Алюминиевые банки тоже можно различную продукцию сделать. Также алюминий сделать, можно велосипеды даже сделать детям. То есть очень много чего. Про батарейку я тоже говорил. А макулатура, это понятно, что можно изготовить ту же самую бумагу, тетрадки новые, книги новые, то есть вот все безотходные. В нашем регионе такие технологии пока не практикуются, но раздельный сбор отходов постепенно входит в нашу повседневную жизнь. Приятно вдвойне, что вопросам экологии уделяют внимание даже дети. Например, юный житель округа по имени Руслан отдельно собирает использованные батарейки. Свою коллекцию он сдал для дальнейшей переработки. Ух ты! Молодец-то какой! Сколько нужно времени, на ваш взгляд, чтобы накопить такую кучу батареек? Мне кажется, не один год. Мне лет, наверное, года три, так точно, да, как минимум. А что с ними дальше будет? Дальше мы их отправим на переработку. За 4 часа некоммерческой организации удалось собрать почти 1500 батареек, более 500 килограмм макулатуры, 124 пластиковых бутылки и 140 алюминиевых банок. Самые активные участники экологической акции получили заслуженные призы от НКО. Присоединиться к раздельному сбору отходов может абсолютно каждый житель региона. Некоммерческая организация принимает вторсырье от населения ежедневно по будням с 9 до 12 часов и с половины второго до 4. Склад НКО расположен по адресу улица Октябрь. 36. Я призываю приходить, сдавать. Просто так не выкидывать. Запомните, это вторсырье. Ирина Никишина, Антон Водряков, телеканал «Север».